Молодежный форум Московской консерватории «Партитура будущего» проходил с сентября по ноябрь этого года в нашей «Альбоматор» и включал в себя такую обширную, очень разнонаправленную программу. И центральным событием я все-таки считаю наш всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура будущего». Но ваш интерес к нему я считаю вот таким успехом, свидетельством того, что и конкурс, и форум в целом у нас состоялся и прошел с большим успехом. В последнее время такой общий тренд проведения конкурсных состязаний. И могу сказать, что за последние годы Московская консерватория является одним из лидеров по проведению конкурсов в самых различных номинациях. У нас была достаточно большая география, 5 представителей из 5 федеральных округов принимали участие, несколько вузов московских, это и Московская консерватория, и Российская академия музыки имени Гнесиных, и Государственный музыкально-педагогический институт Ипполитова Иванова принимали участие, Саратовская консерватория, Санкт-Петербургская консерватория. Конкурса «Партитура будущего» также вбирали в себя направления, связанные с хоровой аранжировкой, с написанием сочинений для хора капелла, для хоров сопровождения фортепиано, а также для голоса и фортепиано. То есть вот все те направления, которые так или иначе связаны с нашей деятельностью. Было много заявок, я сейчас не помню статистику, но был большой выбор, и главное было вот то разнообразие стилей, композиторских техник, что и вот хотелось увидеть. Авангард и показал какой-то вот сейчас, может быть, тренд нынешнего времени, куда движутся молодые композиторы, потому что, хотя у нас не было возрастной высокой планки верхней, но, тем не менее, все-таки в основном это были люди достаточно молодого возраста. Всегда приятно, когда раскрываются новые таланты. Вот только что мы услышали, да, совершенно свежий новый опус. Да, он, может быть, опирается на какие-то традиции, что естественно в наше время. Вот. Но в то же время, опять же, да, здесь есть какие-то свои мысли, свое прочтение того или иного текста. Своя мелодика, своя аура определенная. И вот, наверное, это является основной задачей для выявления, для проведения таких вот конкурсов, фестивалей, конкурсов прежде всего, для выявления вот этих вот новых имен, новых тенденций и каких-то новых веяний современного искусства. Очень приятно, что вот сегодняшнее название этого фестиваля «Партитура будущего», я могу сказать, что уже сейчас эти партитуры стали партитурами, партитура настоящего, потому что это сегодня востребовано, это популярно, это, так сказать, дает возможность нам, исполнителям, развиваться, искать какие-то новые формы, звукоизобразительные. И очень хорошо, что композиторы тоже находят и сохраняют определенный свой стиль высказывания и обращения к определенным образом. И очень приятно, что с каждым годом к этому конкурсу обращается все больше и больше число молодых наших коллег.